По словам сотрудников районной прокуратуры, ограбили именно это отделение Ощадбанка в Желтневом районе. Преступление совершено вчера утром. Человек в маске ворвался в банк и, не применяя никакого насилия или угрозы оружием, совершил грабеж суммы более 2000 гривен. При этом он сразу же скрылся, и пока до настоящего времени преступник, к сожалению, не установлен. Дерзость и немногословность преступника удивили даже правоохранителей. Банки стали грабить буквально голыми руками. По оперативным данным, злоумышленник, зайдя в помещение, в присутствии нескольких сотрудников перепрыгнул через стойку и быстро забрал деньги. Все произошло за несколько минут. Отличием от других преступлений то, что в нем не проявлено насилие, никто из работников банка не пострадал. Тем не менее, преступление я считаю дерзким. Преступник действовал, как бы, со сознанием. Совершено преступление очень быстро. Похитил и сразу убежал. Почему банкиры пренебрегают полноценной защитой своих отделений, правоохранителям непонятно. Ведь есть соответствующие предписания МВД. Тем более, в последнее время банки стали грабить чаще. Считаю, что вообще-то защита была недостаточная, поскольку в нем не было оборудовано видеонаблюдение. Тревожная кнопка была в банке, но она, считаю, что неправильно установлена. По крайней мере, сигнал поступил с опозданием. Кстати, это отделение Ощадбанка уже не первый раз становится объектом нападения грабителей. Похожий случай был в декабре 2006 года, но тогда злоумышленник угрожал оружием. Преступление до сих пор остается нераскрытым.